Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нюрашворд. Сегодня вторник, 20 декабря 2022 года. Печальный юбилей, 300-й день войны путинской России против Украины. Время 7 часов 43 минуты по Киеву и Иерусалиму. И у нас на связи из Украины сержант ВСУ, политик Руслан Рогованов. Доброго ранка, Руслан. Добрый ранг. Я так сразу хочу поинтересоваться, что сейчас, какова ситуация с энергосетью в Украине? Велики ли потери? Какова ситуация? Ну, все зависит от городов. Проблема в Днепре серьезнейшая. Запорожье более-менее наладили после тех ударов ракетных еще. После вчерашних шахидов. Недостача энергетики и энергии в Киеве, по информации КМДА, составляет около 50%. То есть фактически весь жилой сектор не запитан, либо запитывается в очень ограниченных каких-то временных рамках. Ну, соответственно, все это влияет. Холодно на улице. У нас там минус 4, минус 5, минус 8, ночью минус 10, и в принципе это... Особенно в новостройках, где у людей электрический обогрев, электрический, да, то есть это есть маленькие дети, а старики и так далее. Ну, то есть Россия продолжает свою тактику террора именно по мирному населению. Потому что объекты критической инфраструктуры запущены все. Понятно. Соответственно, с кем идет война, рассказывать не могут, что хотят. А по факту получается, что они борются с мирным населением. Теперь у меня вопрос по поводу вчерашней встречи Путина и Лукашенко в Минске. Впервые за минувшие два года Путин прилетел в Беларусь. Там, конечно, это были беспрецедентные меры безопасности и так далее и тому подобное. Но я не об этом. Я о том, что, как заявил Путин, сделал одно очень интересное заявление, что... белорусские летчики будут обучены управлять самолетами, на которые установлены ракеты со специальной боевой частью. То есть речь идет о ядерных боеголовках, и такие самолеты в Республику Беларусь уже передали. И также были переданы комплексы С-400 и «Искандеры». Ожидается ли активизация боевых действий, начало боевых действий на белорусском направлении? Руслан, я каждый раз задаю этот вопрос, но ситуация, ты пойми, она каждый раз меняется. Ситуация пока не меняется на Беларуси. Ты забыл добавить о том, что Лукашенко обратился к Путину по вопросу размещения ядерного оружия на территории Беларуси с просьбой. Ты еще не сказал, что непонятно, о чем они договорились, но при выступлении оба сказали, что переговоры прошли успешно и договорились обо всем, в принципе, так если коротко, да, то есть, и потомки оценят о наших договоренностях. То есть, в принципе, мы можем ожидать слияния с Беларусью. На сегодняшний день, да, белорусская армия самостоятельная единица. И, в принципе, может предъявлять права и участвовать, либо не участвовать. Несмотря на все зачистки, сетеры в Беларуси хотят воевать непосредственно, тем более с Украиной. Но если будет слияние двух государств, то автоматически армия Беларуси уйдет под контроль российской армии, и, соответственно, дальше может быть любые развитие событий. Это первое. Второе. По что происходит сейчас на северной границе. Я уже говорил, я повторюсь. На сегодняшний момент у них недостаточно техники, они ее продолжают комплектовать, у них еще недостаточно слаженности. Самый главный вопрос — это решение самих белорусов. Да? То есть то, что я сказал, что они не хотят воевать с Украиной. Поэтому какие-то действия будут видно наворачиваться и будет дальше накапливаться силы, потому что тех сил, которые сегодня находятся там, им, в принципе, недостаточно даже для прорыва, для того, чтобы перерезать там западное направление. Я напомню, что это леса, и то есть они уже не попрутся, даже если попрутся, уже подготовлена на порядок лучшая оборона, чем была. Но не будет армия, соответственно, пытаться перерезать Днепр.
По ним придется идти через ту территорию, которая никогда не была побеждена. Я напомню. Ну, это да. Волыняне не были побеждены. Соответственно, проходить через нашу великую Буштыновую республику, которая притча во языцах, и, ну, не знаю, как они будут, сколько они потеряют, но даже Бахмут им кажется раем. Они просто потеряются в лесах. А что сейчас происходит под Бахмутом? Изменилась ли обстановка? Нет, обстановка кардинально не поменялась оперативно. Бои по селению фронт очень жесткие, очень жестокие. Да, потери 1-5 по наступающему, и у нас потери высокие. Потому что опыт арты, после арты зачистки. Держим оборону. В принципе, линия фронта не поменялась. И как бы они не рассказывали сказки очередные, они не держат под контролем трассы снабжения. Они не так и не вышли на контроль трасс. Ну и, соответственно, идет дальше лобовое столкновение по Бахмуту. Да, я напомню по потерям, что на сегодняшний день, на 300-й день войны, потеряно российской так называемой армией 99 тысяч человек. То есть к Новому году таким образом... Установленных и подтвержденных, Юра. Да. Потому что очень много неустановленных, очень много неподтвержденных, те, которые лежат в полях, их вообще даже никто не считал. Да. Это действительно так. Теперь вернемся к обстрелам Украины. Как заявил секретарь СНБО Данилов, у России, по данным украинской разведки, осталось ракет максимум на 3-4 массированные атаки по Украине. И хотя Данилов подтверждает, что остались ракеты С-300, и остается риск поставки баллистических ракет из Ирана. Это, ну, тяжело просить тебя это прокомментировать, но все-таки. Я выдавлю России больше наличие ракет, плюс у них запас старых ракет, которые не расконсервируют сейчас, скорее всего, будут их все-таки применять. Да, там не такая точность и не такая дальность, но в принципе делать могут, тем более они воюют с мирным населением, по сути дела. То есть они могут зашарашить, и не надо забывать, что то есть, там старые ракеты, там, грубо говоря, там узлы в Полтавской области, узлы в Сумской области, узлы в Харьковской области, они, в принципе, вполне могут разрушить, там, в Петровской, Запорожье. Вот. Если хватит ума еще разрушить ДНС, а по ней уже стреляли. Нужно вообще получить беду конкретно по Запорожью, да, и по затоплению, по всему остальному. Они же не думают, что они делают. Им, в принципе, все равно. И я бы здесь не рассчитывал на то, что там 3-4 обстрела, у них все закончится. Вот я бы на эту ставку не делал. Да, я соглашусь. И необходимость сегодня ПВО все равно остается. И вопрос такой. Ты там задавал вопрос по возможности применения как этой нейтральной защиты, да, то есть неактивной защиты в виде стратосферы. Сложный вопрос. Например, почему, я тебе объясню, шахиды, которые идут с такой точностью наведения, они идут по таким высоким координатам, что ты можешь им поставить кучу этих шейков, если будет слив информации. Но уже был слив. Угу. Потому что шахид проходил через габионы, облетая их. Угу. То, в принципе, особо сильно ситуацию не поменяет. По крылатым ракетам там пока не готов ответить. Сейчас тоже есть вопросы определенные. Но да, во Второй мировой войне это применялось. Но и оружие было немножко другого. Я понял. Поэтому есть вопрос.
Ну, что я говорю, ты можешь, ну сколько тебе, как их ставить нас, какую тебе частоту их надо ставить, чтобы шахид мог их зацепить и не облететь, понимаешь? Он облетает, гад. Ему задается траектория, кто-то летит, они, там, в принципе, а извини, ну, откровенно, всех предателей мы еще не вычистили. Да, я соглашусь с тобой, но я тоже высказал некоторые сомнения вчера в ролике по поводу этой идеи быть или, но эти сомнения, они не отменяют уважения к нему самому и благодарности за то, что он предлагает эту идею. Идеи надо рассматривать. Это не отменяет. Нет, идеи любые, Юр, идеи любые надо рассматривать. Кто с ней говорит об этом? Ну, и многие идеи, которые родились на поле, они сейчас применяются. Да. Ну, давай говорить откровенно, мы умудрились уже там на пикапах поставить установки РСЗО самодельные. И ничего, работает, все хорошо. Ну, и много остальных там вещей. А по БПЛА я вообще молчу, потому что уровень переделки эти БПЛА, ну, я не знаю, там уже на шаг вперед там от любого государства. Народные умельцы творят чудеса. Начиная от зарядов и заканчивая системами сброса, увеличением дальности полета там, и так далее и тому подобное. Заметьте, это в большей степени это работают люди, не государства. Да, согласен. Теперь, Руслан, я тебя попрошу дать комментарий вот на какую тему. Помнишь, мы говорили о том, что сейчас Россия подняла визг, что украинцы обстреливают Донецк, жилые кварталы, и ту особый визг поднялся после того, когда под обстрел попала дочка известной предательницы Марданы, что ли, фамилия или что-то в этом роде, но неважно, дело не в ее фамилии. Юра, Сартак говна не разбираюсь, фамилии не знаю. Да, так вот, я не об этом, но стали известны любопытные подробности. Оказывается, в Донецке используется палестинская тактика, то есть устанавливаются РСЗО в жилых кварталах, украинская артиллерийская разведка засекает и действует как израильтяне. Они поражают точки запуска. Вот я, как израильтянин, говорю сразу, я поддерживаю такие действия украинских вооруженных сил и прекрасно их понимаю. Уничтожается точка запуска. А где она установлена, мне, извините, пардон, монопенесуально. Но это моя точка зрения. А вот теперь, Руслан, я попрошу тебя прокомментировать. Допустимо ли поражать, вот как ты считаешь, допустимо ли поражать точки запуска, если они установлены в жилых кварталах? Значит, первое. Тактика подобная была с самого начала, с момента появления Стрелкова в Украине и с развитием событий 2014 года. Я напомню, что население даже выходило и выгоняло РСЗОшников. Почему? Потому что боялись прилетов по своим домам. И это было в 2014-2015 году. Потом они ушли от этой тактики. Сейчас они опять ее применяют. Ну, первое. Я за то, чтобы подавлять огневые точки, где бы они ни находились. Это первый вопрос. Я тоже. Второй вопрос. Количество обстрелов Донецка, здесь нас смотрят, откуда идут выхода, не соответствует заявленным информациям, что это украинцы. То есть очень часто и очень густо, в 2014 году то же самое было, когда идут самые обстрелы. Начиная от алкашей наркоманов, которые просто ошибаются, и заканчивая специальными операциями для поднятия того или иного шума. И это было с самого начала, и это продолжается. Поэтому здесь вопрос об самой маленькой тележке к российской стороне во всех отношениях. А вы, ну, на болотах тоже воют. Понятно. Кстати, ты упомянул
господина Стрелкова. Он недавно заявил, что ему стало известно, что Киев попытается ударить по Москве в новогоднюю ночь. Кто ему рассказал? Не знаю, Игорь. Мы не собираемся. Там, может, у них там опять очередные московские разборки? Ну, так тогда да, тогда может быть. Ну и смотри, зачем нам бить по Москве? Мы бьем точечно. Ну да. У вас боеприпасов меньше, вам их экономить надо. Да нахер нам-то Москва нужна? Она сама сдохла. Не, пройтись парадом на Красной площади, это да. Это многие хотят. Но потом снести обратно восстанавливается болт. Не знаю, у кого как, у меня нет пиетета перед Москвой, и никогда его не было. Для меня Москва всегда был большой базар. Ну, в принципе, он такой же сохранил. Понятно. С таким же мышлением. И еще я хочу попросить тебя прокомментировать странное заявление Михаила Подоляка, который в свою очередь сослался на данные разведки, что Россия планирует применить план масштабных пехотных атак точно так же, как это было во Вторую мировую войну. За минувшие 10 месяцев мы убедились в серьезности украинской разведки, и сомневаться в их данных не приходится. По крайней мере, у меня оснований нет. Как ты можешь прокомментировать это? Мне, как не военному человеку, это кажется дикостью. Разведки я не сомневаюсь. Да. В данных разведки я не сомневаюсь, но я их не видел. Нет, мне планы такие кажутся дикостью со стороны России. Я тебе еще раз говорю, я не видел этих планов, я не видел отчет разведки. Я не слышал, чтобы разведка об этом говорила. Но об этом подали. Об этом сказал человек, правильно, из офиса президента. Но я не видел данных разведки. Тебе напомнить? НС, который за 2-3 недели обещал, что война закончится. Был дело. Ну и так далее. Давай посмотрим. А Россия что сейчас применяет? Мы сейчас, я говорил, сыр южный говорил, сухопутка вся говорила. Все говорят об одном и том же, что Россия меняет тактику, начинает работать малыми группами и так далее и тому подобное. Да? Да. Ну, это прямо противоречит тому, что сказал Подоляк. Ну да, то, что сказал Сырский, то, о чем мы с тобой говорили, в этом есть логика. То, что... Поэтому давай мы не будем обсуждать все заявления тех или иных лиц, которые иногда говорят с точки зрения политической, а не с точки зрения военной. Данные разведки, то обсуждать данные разведки, когда это говорит, либо глава ГУР, либо же контрразведка. Алло, алло. Алло. Друзья, я приношу извинения, но вы сами видите, мы работаем с колес, и нам приходится... Так, ну, мы давайте попробуем еще раз установить связь. К сожалению, вот так сейчас получается. Давайте попробуем. Будем надеяться, что получится. Алло, алло, алло. Так, друзья, ну, связь пропала, связь восстановить не удалось, но, в принципе, мы с Русланом все обсудили. Кстати говоря, вот то, что вы сейчас наблюдаете, это
последствия ракетных атак. По сути дела, это последствия террористической тактики, которую использует Российская Федерация. И тут добавить мне абсолютно нечего. Видите сами, друзья, но в заключение я хочу всем выразить огромную благодарность тем, кто помог и помогает спецподразделению ХОРФ. Огромное вам всем спасибо, но я прошу, пожалуйста, помогите еще спецподразделению ХОРФ. Это необходимо для того, чтобы Украина победила как можно быстрее. Слава Украине! До встречи, друзья! До завтра! Пока!